И снова здравствуйте, зрители и подписчики моего канала. Вы на канале Булат и Ко. С вами, как всегда, я, Александр, пушистая мордашка Булатик. Великолепное настроение. Прогулимся мы сегодня по городу Бровары. В прекрасную субботу, по хорошей, прекрасной погоде. 18 градусов тепла. 13 апреля 2024 года. Красота, ляпота, наслаждаемся, прогуливаемся, видосики снимаем, позитивчиком делимся. Вон, смотрите, как все цветет, все зеленеет, кульбабки или одуванчики, вот. Листочки на деревьях, на каштанчиках уже даже свечечки появились, так что весна идет, все идет своим чередом, красота, ляпота. Просто сказка. Супер-пупер бомба жир. Или мы прогуливаемся, наслаждаемся. Вот. Дышим свежим воздухом. В обеденное время. Решили пойти пройтись. Что-то Булатик никак не может надуматься. Пошел Булатик в туалет. Сейчас мы продолжим видео снимать. Подождите секундочку, поубираем. Вот, мы возвернулись. Все красиво и чудесно. Поубирали. И идем. Я надеюсь, вам слышно, как поют у нас тут птички. Великолепно, там впереди пошла собака, и Булатик сунет за той собакой. Уже ему ничего не надо, ему уже надо только собака. Нас уже интересует только собака, мы уже ничего не видим, не слышим и не знаем. Вот. Но вообще-то у нас немножко похолодание. Там у нас есть такое, вон собака пошла. Там есть у нас такое озеро далее. Сейчас мы покажем вам наше озерцо. Ну, это не озерцо, тут видите, как бы склон такой из окрестных домов, на низшая точка. Выкопали яму, чтобы вода стекала, чтобы вода не стояла у людей во дворах. И получилось такое озерцо. В последнее время его не приаккуратили. Да. О. Собакам мы отвечаем. Булат, перестань. Нет. Ты меня услышал. Вот такие одуванчики у нас красивейшие растут. Тут он уточки где-то плавали, было дело. Ладно, сейчас что-то, не знаю, уточек я не вижу. Где-то они, наверное. Да есть где-то, они не могут не есть. О, видите, такое озерцо у нас великолепное. Собачки, правда, тут такие звонкие. Ну, Булатик, он хвостик кверху и бежит. Тоже не стесняется. Вот так, Булатик, не тяни меня. А, там вон люди уставшие. Ну, мы вынуждены будем прервать немножко наше видео. Извините, зрители, что-то не дают нам отснять хорошо видео. То Булатики, то люди особо уставшие, уже хорошо отдохнувшие, субботу отпраздновавшие, а мы с Булатиком прогуливаемся дальше. Вон, смотрите, какая у нас красота, как у нас тут цветут вишенки, прям так все цветет и пахнет, красота, ляпота. Ну и Булатичек тоже цветет и пахнет, наше солнышко, цветочек наш аленький. А такой, такой машин. Куда побежал? Туда побежал, сюда побежал. Прям такой весь. Реактивный, спортивный, озорной. Бегает тудыма-сюдыма. Но это весенняя пора. Девочки пахнут. Ну, Булат, ну что ты делаешь? Девочки пахнут. Поэтому мы носимся, носимся.
Вот такая у нас сегодня прогулочка по частному сектору. Сейчас после прогулочки придем домой. Вот. Тут ветерок немного дует. А мы после прогулочки придем домой. Снимем видосик. Вот так Булатик бежит, красавчик наш. Снимем видосик о рыбалочке. Ну а вы же прожимайте барский лайк, царскую подписочку, не стесняемся. Да, отмечаем просмотрики подписочками, лайкосиками, комментариями под видео, пожеланиями, предложениями. Не проще с ничьими интересностями. Но. Какая у вас погода? Как там у вас цветет и пахнет все? Потому что что-то в этом году мне кажется, не знаю, как там кому, но мне что-то подозрительно кажется, что все как-то сильно, слишком рано. Так что прямо ж... Он Булатик, все равно бегаем с одной стороны на другую. Я имею в виду к тому рано, что цветет все еще 13 апреля. Вон, посмотреть, белая улица. Смотрите. Все цветет, Булатик цветет, пахнет, пчелки летают. Ну, сейчас не сказал бы я, конечно, что пчелки летают, потому что все-таки 18 градусов на улице, немного похолодало, как ни крути. Ну, а в целом вот так вот. Такая у нас с Булатиком прогулочка получилась. Такой видосик субботнего дня для наших дорогих, любимых подписчиков, самых лучших на свете. Самых красивых, умных, перспективных, до самых-самых подписчиков наших. Он Булатик где-то в куст полез. Что-то там вынюхивает. Что он там вынюхает, тот Булатик? О. Обстановочка уже у нас, слава богу. Булат, ну не лезь ты туда. Спокойная. Он весь уже в этом. Умиротворенная. Мы ни за что не переживаем. Пока. Во всяком случае сидим. Прекрасно, ждем лета. Прекрасное настроение, времяпрепровождение. Слава богу, свет есть. Вон, смотрите, какой интересный, интересная построечка. Тоже люди живут, наверное, я так понимаю. И огородик ухоженный. Вот небольшой участочек, вместо дома построил такую бытовочку, буквально спальня, туалет и ванна, но тем не менее, буржуечкой топится, тем не менее, свой уголочек, лучше, чем ничего. Ну, а так вот и живут люди. Я же говорю, мы тоже понемногу живем. На лето поедем на свежий воздух, на природу. Пишите, кому какие темы интересуют. Будем снимать вам видосики. Да, выкладывать. Вот. Подождите секунду. Фу, слава богу, разминулись мы с собачкой. Собачка пошла своей дорогой. Выскочил собака из дома, ну, из двора. И получилось так, что он навстречу идет, еще одна собачка. И получилось так, что и тут Булатик, и в общем... Не любовь, а тот не привязанный. Пришлось их... Я из-за чего перестал снимать видео, потому что если бы снимал, то я бы не смог бы, по всей видимости. Ну, в общем, управлять собакой адекватно, потому что пришлось и Булатика держать, и того отгонять, не пускать, потому что Булатик бы ему рассказал, что он думает по этому поводу.
Ну, на этом, дорогие мои зрители и подписчики, мы будем говорить вам до новых встреч, хорошего вам настроения, времяпрепровождения, всего вам самого наилучшего. Пусть ваш род приумножается, хороших вам выходных. Пусть женщины не сохнут, мужчины не гнутся. Я же вас обнял, приподнял, поставил, где взял. Прожимаем барский лайк и царскую подписочку. Пока-пока, мои дорогие, до новых встреч.